Всем привет, дорогие друзья! С вами Хобби Центр Лавка Орка, и у нас с вами топ-10 стартовых наборов за 2020 год, по мнению наших покупателей. Друзья, почетное 10 место в нашем топе занимает стартовый набор Deathwatch. Естественно, интерес к этой фракции у нас не утихает. Очень интересное наполнение, 2 килл-тима, замечательный капитан и дредноут не оставляют вас без внимания, поэтому этот стартовый набор занимает почетное 10 место в нашем топе. 9 место – это стартовый набор Space Marine. Друзья, старые добрые Space Marine никуда не деваются. У нас есть капитан в нашем замечательном термоарморе. У нас есть замечательная тактичка. И все вместе это образует замечательный, здоровский старт-коллектинг, который всегда будет популярен, потому что старые добрые карланы играют. На 8 месте нашего топ-10 оказались космические орки. Да, тот самый стартовый набор с пейнтбоем, бойзами и дев-дредом. Классика для старта, все это вам пригодится для игры, поэтому если вы еще сомневаетесь, покупать ли его, не думайте, однозначно он вам подойдет. На 7 месте у нас стартовый набор Империи Тау, все так же актуальный. Кризисы, эфирные и фаерварьеры актуальны для игры в любой редакции правил. На 6 месте у нас фракция Некрон. Популярные ребята в связи со стартовым новым набором, и интерес к ним, конечно же, подогрет. Поэтому, если вы думаете начать играть за них, тоже прекраснейший вариант. И мы подбираемся к середине нашего топа. На 5 месте у нас те самые гвардейцы, она же стартовый набор Astra Militarum. Друзья, это все, что вам потребуется для старта. У нас есть комиссар, у нас есть 10 кадианских бойцов и, конечно же, танк. Все это пригодится вам для игры без разницы на какой формат. 4 место, и мы подбираемся к топ-3, но тем не менее все еще. 4 место — это Vanguard Space Marine. Вот это уже примарисы, обновленные, замечательные, из половинки нашего старого стартера Shadow Spear. И прекрасный вариант для старта. Все необходимое с замечательными прыгунами и их здоровскими пушками. Если вы решили начать играть и использовать для этого примарисов, это прекрасный вариант для старта. Друзья, добро пожаловать в топ-3 наших стартовых наборов за 2020 год, по мнению наших покупателей. И на 3 месте у нас 1000 сынов. Ариман, Дзангоры и обычные рубрик Марины. Все это классика, по приятной цене, обязательно сэкономит вам копеечку. Если вы решили начать за 1000 сынов, прекрасный вариант для старта. Все это вам обязательно потребуется. На 2 месте нашего топ-10 оказались коллеги 1000 сынов. Это обычный Chaos Space Marine. Тоже половинка старого стартера Shadow Spear. Прекрасный вариант для старта. Можете покрасить их в любой из удобных для вас легионов. Прекрасно подойдут для игр и коллекционирования. Друзья, мы подбираемся к первому месту нашего топ-10 стартовых наборов за 2020 год. Посмотрели мы на многих, но, конечно же, хитом 2020 года, по мнению наших покупателей, был... Кто бы вы думали? Кто бы вы думали? И, конечно же, это стартовый набор механикумов. Друзья, все, что нужно вам для игры в данный момент. Техприст Engine Seer, 10 скитариев и Scorpius Dune Rider. Все это вам пригодится для игры за фракцию Adeptus Mechanicus. Друзья, этот стартовый набор победил по мнению наших покупателей. Друзья, с вами был топ-10 стартовых наборов 2020 года. А вы не забывайте подписываться на канал, ставить большие пальцы вверх, оставлять комментарии под этим выпуском, прожимать колокольчики, чтобы не пропустить новые видео, в том числе и о новых топах. До новых встреч!